Всем привет! Не так давно я купала свои растения, да, травила всех гадов, изгоняла их. Значит, что у меня получилось? Дендробиумы, которые у меня цвели, вот бариода, да, он у меня как цвел, так и цветет, как бы никакая трава, да, фитовермом я травила, ничего на него не подействовало, да, как бы я хотя опрыскивала листочки, цветочки его. Так, значит, что могу сказать по Нобеле дендробиуму? Да? Парочку отвалилось цветочков. Ну, как бы я не расстроена по этому поводу. Для меня самое главное, чтобы растение было здорово. А за цветем, как говорится, будут кости, мясо нарастет. Так вот, вот это вот. Я честно скажу, это у меня дендробиум фаленопсис. Он у меня цветет, ему вообще все по барабану, его цветочкам. Да, я их тоже опрыскивала, нигде ни один даже не сморщился, понимаете? Я не знаю почему. Я всем советую, особенно новичкам, заводить дендробиум. Великолепный, благодарный цветок. Просто чудесный. Надо ж так, вот нигде. И как долго он у меня цветет. Так, значит, вот то же самое, видите, они отсохли, это Нобеле, а не могу привыкнуть к этой камере, как бы, сейчас, так вот, господи, вот видите, все засохли сразу же, хотя они только-только расцвели, ну, не расстраиваюсь, ладно. Так, вот желтенький, да, тоже засыхает. Недолго он, это у меня, наверное, около месяца. Да, вот, сморщились листочки. Плохо видно, конечно. Вот. Но там будет расцветать, вон они. Вон они, бутончики. Так, но самое, знаете, обидное, конечно, моя камбрия отцвела очень быстро, буквально, наверное, недели за две. Да, потому что, ну, я опрыскала, и вот, вот все-все листочки, ой, листочки засохли, видите? Очень жалко, ну, как жалко, ну, слава богу, порадовала меня в этом году, хоть и недолгим, но цветением. Как бы, вот я срезала цветонос. Вот, видите, сейчас вот он цветоносик я срезала. Но есть много новых ростов. Вот ростик, будет цвести. Как бы, вот они у меня. Цветочки, конечно, вот еще, знаете, после того, как я попрыскала,